все. Поплыл. Бедная машина. Это... Да. Ёперный балет. Там, ты не видел, что тут происходит. Да. А там еще и наша машина. Вот там вот где-то. Да. Уже неизвестно где. Это просто жопа. Ребята. Ладно. Центр города. Воды, короче, уже видно нет. Это поезд. Там электричество. Да, не хочу туда подходить. Короче, стрелька там Toyota Camry, наверное. Вон человек идет вдали. Такое, короче, наводнение. Вода идет в сторону моря, короче, в сторону СРЗ, морского вокзала, в сторону. Со стороны автовокзала, короче, весь поток идет в сторону моря. Поток идет очень большой. Уже холодно, короче, стоит, замерз. Пойду домой, короче. В воде дома, в воде машины, в воде все вокруг. Ведь на улицах реки, а в реках нет ни раки, плавают люди. На Керчь обрушились сильнейшие ливни. Буквально за ночь выпала 1,5-месячная норма осадков. Город затопило. Передвигаться по нему сейчас проще на моторной лодке. Вот и глава Крыма Сергей Аксенов выбрал этот вид транспорта. Правда, во всех смыслах чрезвычайно живописная экскурсия обернулась конфузом. И все из-за кадров, на которых за лодкой чиновника плывут люди. Та сторона начала спадать, с той стороны речи. В соцсетях уже шуток вагон и маленькая тележка. Одни, несмотря на очевидную неоднозначность ситуации, всерьез предположили, за лодкой Аксенова плывут его охранники, которым просто не нашлось места. Правда оказалась куда прозаичнее. Люди в воде, сотрудники МЧС, они вовсе не плывут за лодкой Аксенова, а таким образом передвигаются к горбольнице. Воды по грудь, так что проще плыть, чем идти, пояснил советник главы Крыма. Другой вопрос, а почему не плыть на лодке? Вообще ничего не можем, получается, так. А это уже незабываемая поездка в городском автобусе. Вода хлещет фонтаном. Люди пытаются найти хоть какую-то опору, чтобы не промочить ноги. Но куда там, когда что за окном, что в салоне. Полноводная река. Пятна в воде, крыши машин. Сколько их затопило в Керчи за ночь, пока никто не может сказать. Многие автовладельцы попросту не успели доплыть до места, где оставили автомобили. Но в интернете уже всерьез опасаются, что вся эта подмоченная автоколонна вскоре появится на вторичном авторынке. Всего в Керчи подтопило более 230 домов. Хуже всего обстановка на улицах Жени Дудник, Комарова, Вокзальное шоссе, Пирогово, Советское. Центр города обесточен после затопления трансформаторных подстанций. Без света остались горбольница и центр. Из-за остановки насосных нарушено водоснабжение. Министр ЖКХ Крыма заявил, что воду с городских улиц планируют откачать в течение ближайших часов. Пока в Керчи откачивают воду, на Кубани спасаются от мощнейшего града. Он обрушился на регион этим утром. На кадрах хорошо видно, что градины таких размеров, что не просто оставляют круги на воде, а буквально вспенивают ее. Брызги разлетаются на несколько десятков сантиметров. Бедный пес не знает, куда ему спрятаться и скрыться. Предварительно сообщение о пострадавших не поступало, в том числе среди собак.